Циклон Ларс покинул без электричности 2200 населенных пунктов у Беларуси. У тым ліку каля 600 у Гомельской области. Значно потерпели так само Гродинские и Брестские регионы. За моцного ветру и снегу циклон выкликал шматликие обрывы проводов. Занепокоенные люди поведомляли об гэтым у социальных сетках. Так, например, учора жыхары Хойников чакали светло амаль 2 годины. Первое отключение произошло в районе 17 часов. Значит, и дальше с промежутком в 2 минуты в районе 20 минут отключились две оставшиеся питающие линии 110 киловольт. Отключения произошли из-за падения деревьев, на которых налипал мокрый снег, и они падали на провода воздушных линий. Ну, однако, потребитель первой категории, больница в Хойниках, осталась работать. Запустился дизель-генератор, который там смонтирован стационарно. Значит, а полностью электроснабжение Хойник было восстановлено через час 40. Значит, примерно 22-20, где-то около этого. Значит, отключалось порядка 45-50 линий, значит, основной сети. У непростых умовах надворья каля 100 аварийных бригад аднаўлялі парушаную у населенных пунктах электричность. Работы вяліся ўсю ночь и протягиваются зараз. Для энергозабеспечения социальных объектов задейничаны резервовые крыницы. На гэтую раніцу 600 обясточенных населенных пунктов засталося каля 60. Мы хотим принести извинения нашим потребителям за неудобства, которые были доставлены стихийными явлениями. Ну и прошу, чтобы нас поняли, мы не сидим, мы работаем, поэтому электроэнергия, надеюсь, что к вечеру будет у всех жителей Гомельской области.